Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Недорогой и мощный смартфон Gigabyte G-Smart Rio R1. Устройство поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета, внутри которой находится устройство, а также зарядка, гарнитура, USB кабель, аккумулятор, и тут на дне находится вот инструкция по эксплуатации. Итак, первое, что можно сказать об этом смартфоне, то что у него очень простой, лаконичный дизайн, который особо ничем даже не выделяется. Но среди своих конкурентов он тем и выделяется, что у него простой, лаконичный дизайн. Корпус полностью выполнен из полуматового пластика. Качество изготовления отличное. Форма очень удобная, хорошо лежит в руке устройство. Вес составляет всего лишь 130 грамм, ну а толщина 10,5 миллиметров. Вся передняя часть полностью занята прочным стеклом. В нем есть прорезь для разговорного динамика. Рядом с ним находится фронтальная камера, и тут скрыты датчики приближения и освещения. Ниже 4 сенсорные клавиши управления. На правом торце нет ничего, он полностью свободен. На левом торце регулировка громкости и снизу microUSB порт. Сверху находится кнопка включения-выключения устройства, а также блокировки и вход для наушников. На задней панели глазок 5-мегапиксельной камеры, а также светодиодная вспышка. И снизу прорезь внешнего динамика. Крышка задняя полностью снимается, держится надежно. И внутри мы можем увидеть отсек для аккумулятора, два слота для SIM-карт, а также слот для microSD-карточки. Смартфон оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением 480 на 800 пикселей. Имеется тут IPS-матрица, она обеспечивает отличную яркость, передача цветов тоже потрясающая, они яркие, насыщенные, углы обзора радуют. Четкость изображения, конечно же, хорошая, и пользоваться таким экраном одно удовольствие, еще и вспоминая о том, сколько этот смартфон стоит. Работает устройство на платформе Qualcomm Snapdragon S4 с тактовой частотой двухъядерного процессора 1000 МГц. Оперативной памяти 512 мегабайт здесь присутствует и встроенной памяти 4 гигабайта, которые можно расширить до 32 гигабайт при помощи карточки памяти microSD. Из технологий связи поддерживается Wi-Fi, Bluetooth и есть GPS-навигация. С этим тут все в порядке, технологии связи все на месте. А что касается аккумулятора, то его объем, то есть его емкость 1500 мАч. Этого хватит на 5 часов работы в режиме разговора, 135 часов работает в режиме ожидания это устройство, и, конечно же, при средних нагрузках будет работать для вас 1,5-2 дня. При интенсивных нагрузках проработает весь рабочий день. Операционная система Android версии 4. Она очень удобна и проста в использовании. Также отличается, конечно же, стабильностью работы. Никаких подтормаживаний не присутствует. Все основные настройки и функции всегда под рукой. Есть рабочие столы, на которые можно размещать виджеты и ярлыки. На этом смартфоне из предустановленных приложений есть только стандартный набор. Тут есть что-то для работы, что-то для развлечений и немножко для общения. Стандартные клиенты и приложения от компании Google, конечно же. И все остальное, что вам необходимо, вы всегда можете купить онлайн через магазин Play Store. Смартфон отлично подходит для просмотра видео благодаря хорошим углам обзора и яркому экрану. Плеер не отличается функциональностью, но вполне удобен. Читает большинство популярных форматов файлов. Музыкальные возможности тоже хороши, плеер удобен, сортирует музыку разными способами.
оформлен хорошо. На рабочем столе плеера есть все основные функции. Также присутствуют звуковые эффекты. Здесь есть простенький эквалайзер и возможность усиления басов. Конечно же, чтобы наслаждаться музыкой, вам будет недостаточно комплектной гарнитуры, и я рекомендую докупить что-то более мощное. Модуль камеры на 5 мегапикселей с автофокусом и светодиодной вспышкой обеспечивает неплохое качество фотографий, пригодное для того, чтобы поделиться ими в социальных сетях или отправить ММС. Интерфейс камеры удобный, есть все необходимые настройки. В общем, отлично. Подведя итог, можно с уверенностью сказать, что Gigabyte G-Smart Rio R1 является отличным сбалансированным смартфоном с приемлемой ценой. Экран хороший, начинка неплохая и корпус очень приятен в использовании. Рекомендую к покупке. Устройство хорошее. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же есть и специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.